Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Горбачев. Этот летний сезон я завершил поездкой на всероссийский пленэр имени Филиппа Малявина. Пленэр очень солидный. Идеальные условия, отличная организация, а еще всем участникам выдаются холсты, краски и кисти. Почти все участники пленэра работали маслом, кто-то акрилом, лично я темперой, и поэтому кисти были выбраны плоская натуральная щетина производства фирмы Рублёв. Все четные номера с 4 по 20 номер включительно. Такого набора хватает для того, чтобы решить любые пленэрные задачи. Я не буду много говорить, а просто покажу часть работ, а вы посмотрите, что у меня получилось.